чате. Ведущий Тимур Шайхутдинов. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду... Друзья, добрый вечер. Можете сами себе поаплодировать на КВН. Друзья, привет. Большой фестиваль КВН Республики Башкортостан. Стандарт начинается у нас в феврале месяце. И сегодня это 23 февраля. Давайте всем мальчикам на сцене и в зале поаплодируем. Большой фестиваль становится стартом, когда много-много команд выступает. Мы делим их на наши лиги. И самая заветная путевка у нас считается попадание в нашу главную лигу, официальную лигу Международного союза КВН, УФА. Давайте этому поаплодируем тоже. Сегодня всего лишь 7 команд окажутся в этом списке. Две команды получат сегодня путевки в Москву на фестиваль Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Ну, а об этом позже. Друзья, мы начинаем КВН. Команд сегодня у нас будет 28. Это на самом деле очень много, но мы их поделили на своеобразные блоки. С командами знакомить вас не буду, потому что 28 команд представлять, наверное, очень-очень долго. Но познакомлюсь с теми, кто сегодня будет судить и определять, какая же команда получит сегодня гран-при и две путевки в Москву. Итак, постоянный наш друг и хороший, я думаю, депутат. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Бугера. Надеюсь, в Думе вы сидите именно в таком же костюме, в этих же штанах. Я думаю, ну, это круто. Идем дальше. Восьмикратная паралимпийская чемпионка, депутат Курултая Оксана Савченко. Под ваши аплодисменты. Человек, который на последней игре стал председателем комитета по делам молодежи. Роман Янгуров. Ваша ответственность. Очень популярный человек в узких кругах. Дмитрий Каретко. Под ваш ответственность. Ну, очень узких, да, Дмитрий. Ну, идем дальше. И хотел представить человека, который руководит самой главной медиаслужбой Республики Башкортостан. И это не Мурзагулов, а директор БСТ Зарфудинов Рустам. Под ваш аплодисмент. Ну и очень хороший защитник, мне так кажется, одного хорошего титула. Капитан команды хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин. Под ваши аплодисменты. Обычно мы его видим в шлеме, поэтому он выглядит именно так. Друзья, еще один член жюри подбежит попозже, я его представлю. Ну и по традиции, ни пуха, ни пера. Начать мы хотели бы с гостей фестиваля. Мы обычно показываем как бы весь спектр республиканского КВН. И хотели бы показать команду КВН из юниор-лиги КВН. Это школьники. Они, давайте их поддержим. Они будут открывать, им будет тяжело, но я думаю, что они справятся. На сцене команда КВН из школьного КВН. Агнешка, под ваш аплодисмент. Среди мусорных баков и откуда не... Команда КВН «Агнешка», 42-й лицей. Что за название странное у нас? Агнешка, кто вообще придумал? Ребята, это я. В честь Агнешки Болеславовны, дочери польского князя Болеслава Великого. Она просто великолепна. Посмотрите, как она прекрасна. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф... Ваня, почему здесь вообще Польша? Агнешка — это идиотское название. Но мы делили Польшу при Екатерине II. Агнешка нам не подходит. Мы должны отдать дань уважения этой стране. Нет, я против этого названия. Das ist der beste Name für das Team.
Что? Да, со Сдербеста нами фюрдастим. Я тебе прусским языком говорю. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф. А пока стих о либеральных предпочтениях в одежде Российской империи начала 20 века. Актуально вышел бы отчик тяга. Ну, давай. Октябрь холодает, дождик моросит. В пышном ярком платье Керенский бежит. Братишек, Агнешка, Кшиштоф и Братишек. Ну, как вы уже поняли, Ваня у нас историк до мозга костей. Ваня, веди себя, пожалуйста, как США по Первой мировой. Ты имела в виду доктрину Монро? Я имела в виду заткнись и не высовывайся. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. А нам можно здесь выступать? Мы же все-таки дети. Ну, раз дети, давайте в прятки сыграем. Мы тебе что, самозанятые, что в прятки играть? Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф. Господа, мне кажется, у нас в команде проблемы с оригинальностью. И это об оригинальности говорит человек, который на первое свидание пригласил девушку в тандырную. Тем не менее, 4 самса ты там умяла. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф и Братишек. Ребята, мы снова говорим не о том. Давайте о Польше подумаем. А может, лучше о России подумаем? То есть правительство не думает, а школьники должны этим заниматься. Ну, судя по митингам Навального, только школьники этим и занимаются. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф. Пора это прекращать. Вы даже понятия не имеете, где после таких шуток можете оказаться. Я сейчас, когда в маршрутку сажусь, понятия не имею, где могу оказаться. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О. Аделя, тебе кто-нибудь из мальчиков портфель до дома доносил? У меня никогда не было портфеля. Я в школу с клатчем хожу. Видимо, и багаж знаний такой же. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О. Ребята, вам не кажется, что мы занимаемся какой-то ненужной ерундой? Да ладно! Ты что, на уроках ритмики не была? А ты кто вообще такой? Я представитель новой школы русского рэпа. То есть у этого еще и школа есть? Этому еще и учат. Ладно. Новая школа. А я-то голову ломаю, куда все классы ЗПР делись? Так они целую школу сделали. Эшкере. Шкряу. Сейчас так не говорят. А как сейчас говорят рэперы? Часик в радость, чефир в сладость. Надо спасать ситуацию. Игорь, выйди, пожалуйста. Французов все становится меньше. Наполеон уж сходит с ума. Нет, ничего не случилось. Просто наступила зима. Бонжур! А это еще кто такой? Это ребенок по обмену, его прислали из Франции. Вместо него мы выслали Авазбека Тишабоева. Ну и как он там? Да как среди своих? Ребят, а куда у Софьи сходить можно? Ну, можно посмотреть на телецентр. Это как Эйфелева башня, но только немного похуже. Можно сходить в галерею арт. Это как Лувр, только немного похуже. Можно сходить в кинотеатр «Родина». Это как кинотеатр, только немного похуже. Агнешка, Кшиштоф и Братишек. О, Агнешка, Кшиштоф и Братишек. Агнешка, Кшиштоф и Братишек.
Ну что, молодой Деголь, вставай в наши ряды. Ребята, у нас номера-то хоть какие-то будут? Есть у меня одна идея. Все, как я люблю. Аделя, объяви. Исторически-литературная зарисовка «Тарас Бульба». Сынко. Да, батько. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. И яки война начнется, так не посрамим отчизны нашей. Косьми лягем в землю отечества. Проклятые ляхи. А греш как шиштаб и братишек. О, а греш как шиштаб и братишек, а греш как шиштаб и братишек, о, а греш как шиштаб и братишек. Новый глава республики дал указание, что нужно популяризировать республику через кинематограф, и он не должен уступать голливудским стандартам. Итак, встречайте первый трейлер республики Башкортостан. To jest dobre bo polskie. To dobre bo polskie. Tak, dobre bo polskie. Dobre bo polskie. A potem pieprzę przez trzy kwadransy całe. Zbadam twój interes tak jak urzędnik NIK-u. Wygrałeś i lepiej, żebyś już nie gadał dłużej, bo poważnie zaczną myśleć o hip-hopu cenzurze. В этой пустыне я единственный, кто бежит и от живых, и от мертвых. Dobre bo polskie, to jest dobre bo polskie. Dobre bo polskie, dobre bo polskie. На самом деле, мы очень дружная команда, и мы действительно хотим быть поближе к Польше. Так что у нас есть к вам предложение. Давайте Прибалтику захватим. Команда КВН «Агнешка», 42-й лицей. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Nie myśleć o tym. Спасибо огромное команде КВН «Агнешка». У них завтра уже состоится полуфинал. Именно в этом зале завтра пройдет 1-2 юниор-лиги КВН Республики Башкортостан. Так что всех ждем в гости. Ну, а мы начинаем первый блок. Они, я их представлять не буду. Они будут сами называть свою команду. Нужно просто будет выбрать одну-две команды, которые окажутся в высшей лиге Республики Башкортостан. Это вторая лига по статусу в республике. Их хотел представить Валериана Гагина, Центр современного искусства «Облака». Видимо, тяжело было добраться до конгресс-холла, да? Спасибо огромное. Ну, а мы начинаем. Под ваши аплодисменты команды, которые играют в первом блоке. Встречайте, кошмар Маслякова!
Играть с нами очень смелый, видно тот, потому что с наших шуток угорает Масляков. Потому что в выступлении будет только годнота. Пожелайте нам удачи, вместе гребни Мартинта. Оп! Оп! Добрый вечер, дамы и счастливые обладатели новых носков! Привет! На сцене самый женственный коллектив. Чего? То есть как в КВН играть, так вы женственный коллектив. Как в караоке ехать, так вы женственный коллектив. Как все вместе пьяным своему бывшему... О, здорово. Бывшему звонить... Вы что делаете? Мы только что все вместе вышли. Нафига вы здороваетесь? В смысле, что нафига здороваетесь, Жень? Ты, пожалуйста, не говори, если не знаешь. Я этого человека, ты не представляешь, сколько не видел. Я его не видел... О, здорово. Не видел. Блин, уже... вы что, вообще ненормальные? А вы, девочки, можно подумать, нормальные? Вообще-то да. У нас даже актуальная миниатюра есть. Девочки, красная шапочка в современной интерпретации. Бабушка, бабушка, а почему ты до сих пор работаешь? Пенсионный фонд России. Ну, и что вы на это скажете? Да у нас тоже номер есть. Представьте, день рождения в бедной семье. С днем рождения! С днем рождения! Задувай. Раз, два, три. Блин, ну чё за фигня? Жюри от нас ждёт чего-то другого. Чего? Здоров. Здоров. Ой, всё. Ой, все, давайте заканчивать. Подождите, у меня же вопрос к Тимуру Шайхутдинову. Тимур, а почему ты до сих пор КВН ведешь? С вами была команда КВН «Кошмар Маслякова». Спасибо за внимание. Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах. Целовать хочу. Привет, Уфа! На сцене команда КВН «Эс-Патруль Экс». И мы приехали, чтобы покорить вас своей сексуальностью и харизмой. Ну какая сексуальность? Какая харизма? Ну с тобой-то уже никакая. Знакомьтесь, а это Арина, единственная девушка, которая согласилась играть под нашим названием. Так, погодите, ребята, это что там, жюри, что ли? Вау, красивые глазки. Приятная улыбка, восхитительная внешность. Я просто не могу. Ну ладно, что мы все обо мне. У вас там как дела, а? Ну как дела? Плохо, наверное. Столько команд приехало. Всех посмотреть надо, оценить. Знакомьтесь, а это Лев и Марсель. И вместе мы ЧСВ. Гаси! Эй, всем большой привет! Ой, лакаем привет, говорю, привет! Вот. И на ним. А я и не знал, что люди такой уродивительной красоты вообще существуют. Какой красоты? Слушай, ты пробник Элвина Грея. Вообще-то мы команда S-Patrol X, самая сексуальная и харизматичная из всех приехавших. Ну, то, что мы сексуальные, это так. Но ведь самый-то матур малай здесь стоит. Ведь только у меня девочка есть. Кстати, сегодня же праздник. А что она тебе подарила? Ну, она мне подарила 50 оттенков серого. Вау. Ого, и что? Нормально, 50 носков все серого цвета. Ну что ж, друзья, в конце своего выступления хотелось бы поздравить с праздником. 23 февраля всех мужчин. А, и феминисток. А...
А с вами была команда S-Patrol X. До скорых встреч! Патруль! С вами команда «Женское счастье». А знаете, почему называется «Женское счастье»? Не потому, что играют 4 парня и 1 девушка, да потому, что у меня муж нефтяник. Кстати, друзья, мы уже первый раз выступаем в конгресс-холле. Это что у нас получается уже дебют? Ты что материшься? Ладно, ребята, пока мы Дофнина вам анали, давайте начнем. Салам алейкум! Представьте, случай на Синокосе. Рузиль, ну не подальше! Я забыл один про тебя! Салам алейкум! Наверняка в жизни каждого студента был такой преподаватель. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста. Ваша фамилия? Лебедева. У вас нет в списке? Как нету? Ну тогда сами посмотрите. Действительно нету. А в заключение хотелось бы сказать. Ребят, я вам страшную тайну раскрою. В магазине все по 29. Не все по 29. А в магазине красные и белые. Не все красные и белые. Магнит у дома, он не у дома, а в доме. И только в Государственной Думе, Государственная Дума. Казалось бы, только там сидят честные люди. С вами была команда КВН «Женское счастье». Всем спасибо. Добрый вечер, Уфа! Привет! С вами команда КВН «Амстердам». Мы новая команда, и мы должны пройти в сезон. Уай, Денис, тише, тише, я вообще-то подготовил сегодняшнее выступление. Станет! А почему у тебя башкирский танец такой короткий? Не, а чё, сейчас башкирский везде сокращают же. Команда КВН «Амстердам». Поехали! Не так давно вошел... Не так давно вышел новый законопроект, согласно которому девушки, родившие до 23 лет, должны служить в армии. Итак... Что было бы, если бы данный законопроект вошел в силу? Рота, подъем! Илюза? А это что за мышь с тобой рядом? А я вообще не знала, что у него девушка есть. А фотография тебе ни о чем не говорит? А, я думала, это он с братом на проводах был. Что сказала? Одной из пар Стерлитамака подарили бесплатное посещение аэротрубы. А почему не взлетаем? Я же тебе сказала не хавать перед свиданием в Макдональдсе. Ваш сеанс закончен. Ну, классно полетали. Ну, зато подмышки проветрил. С вами была команда КВН «Амстердам». И не пытайтесь повторить наше выступление дома. Это будет выглядеть по-идиотски. Спасибо! Кто-то не решался, и я верил, он ждет меня. По дороге в Амстер, люди как одна. Stop the time. Ну, здравствуй, Уфа! Мы команда КВН «Артефакты Учелы».
Савит, нафига тебе, уважаемому человеку, нужен этот КВН? Да потому что иногда пошутишь на работе, а вроде все посмеялись и разошлись. А грамоту? Вегл, вегл, вегл. Я достаю из широких штанин карман, в котором дырка. Не умеет все-таки зашивать моя жена башкирка. Вегл, вегл, вегл. Почему мы здесь? Мы там, где КВН. Походу, это не КВН. Видишь, таксист на нас смотрит. Брат, где-то через полчаса подъезжай, пока заняты. Вегл, вегл, вегл. А сейчас песня. Остыли реки и земля остыла, но я мороза не боюсь. Все надели под штаны колготки, все надели под штаны трикошки, а я не надеваю, я стыжусь. Эх, звенят у меня... Хорош, Сабир! А теперь немного об учелах. Учелы — это... Ой-ой-ой, мы не успеваем. У нас не осталось времени. Ну, тогда мы это сделаем в официальной лиге Уфа. Сойдет. Команда КВН «Артефакты». Еще увидимся. Я к нему приклею себя на скотч. Я его надену, чтоб потеплее. А с неба будто... Привет, Конгресс-холл! На сцене сборная волонтеров Республики Башкортостан. Да, это мы ходим с полицейскими и закрашиваем надписи соли и миксы. Да, это мы помогаем бомжам искать паспорта и получать грин-карту. Ну да, мы такие. Кстати, у нас есть претензии к строителям Уфы. Вы все никак не можете достроить мечеть. Позовите нас, мы за Куштенеш вам все достроим. А, кстати, я хотел спросить, а где наша Катя? Ну это, как пенсионная реформа. В смысле? Ну с виду такая хорошенькая, на деле ну такое. Слышь, волонтеры! Чё ты тут вякнул? А вы что, думали, накрасились, футболки сняли и все, на людей похожи стали? Даша, а ты, я смотрю, все не меняешься. Ты как погода в Уфе, как кофе в маке. Ты как Тимур Шайхутдинов. В смысле? На любителя. Так, ребят, хватит. Давайте уже нашу волонтерскую. Мы волонтеры, мы еще в игре. Всем дадут грамоты в конце. Мы волонтеры, мы еще сильны. Ведь за нами волонтеры все Уфы. Снимай футболку и танцуй, волонтер. Снимай футболку и танцуй. Знаете, я так устала от этих подкатов на улице, что сама решила эту проблему. Стала носить с собой парня. Говорит, в рюкзаке неудобно свернутым лежать. Но кто же его слушать-то станет? А теперь представьте, к Путину пришли в гости. О, здравствуйте. Владимир Владимирович, у нас там такое... А почему вы в футболке Навального? Да я там курочку просто разделывал, ее запачкать не жалко. Все вы, наверное, знаете, что волонтеры, они как бабушки. Они всегда оденут, накормят и приласкают. Так давайте все будем волонтерами. Перед вами была сборная волонтеров Республики Башкортостан. Спасибо! И как вы думаете, почему мы это делаем? Потому что я волонтер. Я волонтер. Я волонтер.
сегодня специально для вас выступает команда КВН «Бонус». Девчонки, посмотрите, сколько нефтяников! Так хочется за нефтяника. Зачем тебе Сибирь? Алина красная. За нефтяника пойдешь, сразу в сказку попадешь. Будешь жить ты во дворце, деньги будут при тебе. Меркантильная я тварь, зато муж нефтяник царь. Алсу! Алсу, ты чё, в сказку попала? Ну вы же сами сказали, что свой досуг в сказке проводим. Да, чудеса. Одна голова хорошо, а ты иди двумя ногами объявляй. Они будут улыбаться, но я буду шутить. Случай в сказке! Мамина помада сапоги старшей сестре. Это чё? Песня про нас. Ведь метла снится. А в конце хотелось бы сказать, посчитайте друзей своих, небось сбежали после нашего выступления. А кто остался, спасибо за внимание. Страны на двух, страны дела, три бедности, что никто не понимал. Страны, ребята, у них страны. Два стула. Здравствуйте, мы команда КВН «Два стула», а спонсор нашего выступления – «Пальцы трудовика». «Пальцы трудовика», их было четверо, четыре пацана. Итак, случай в неблагополучной семье. Мама, мама, таракан! Да не трогай! Ну почему? Это на Новый год. Максим Галкин, фикс прайсе. А у вас точно все за 50? Ну да. А вы мою Аллочку не видели? Нет. Необычное знакомство с родителями. Папа, привет, знакомься, это мой новый парень, Антон. Здравствуйте, почему вы выбрали именно нашу дочь? Ты же сказала, что он нормальный. Это ваш основной вариант? Что происходит вообще? А можете предоставить рекомендации от вашей бывшей? Я сейчас уйду. Оцените нашего сотрудника по пятибалльной шкале. С вами была команда КВН «Два стула». Вы этого не хотите, но вы нас запомните. Всем привет! С вами сборная Бирского и филиала Башкирского государственного университета. И наша команда ровно 5 лет не выезжала на республиканский фестиваль. Вы спросите, почему? Просто у нас на весь Бирск одна телега, и то ее Роскомнадзор теперь заблокировал. Ну что, может быть, перейдем к миниатюрам? У маленькой девочки умер хомяк, и папа пытается незаметно его пронести. Пап, ты куда? Ну я сейчас приду. Рамзан Кадыров на концерте известного рэп-исполнителя. Случай в семье. Сынок, на улице такая хорошая погода. Мы купили тебе санки. Иди погуляй. В 2 часа ночи, да? Да-да, сынок, иди погуляй. Мы пока там обои поклеим. А ты дверь закрой. Блин, санки-то я забыл, елки.
Малый повзрослел. Брат, Айс, ты вообще не приняла в походу, слышишь? А на этом фестивале очень много молодых команд, и в них никто не верит. Но знаете что? Говорят, даже палка стреляет раз в год. Мы не списки фаворитов, но сейчас взорвем. Выходные пашут, соперники нелегкие. Орем громче всех, если баллы все высокие. Люди не хотели нас видеть, но вот мы стоим на сцене и сейчас взорвем. Чтобы победить, мы рассмешим народ. Если проиграем, то кто-то нас поймет, кто-то нет, но... Друзья, давайте поаплодируем первому блоку. Они молодцы, они для вас веселили и пытались сделать так, чтобы они вам запомнились. Давайте еще раз с ним поаплодируем. Капает, капает с неба, иду мокрый косок, тебе, где бы я не был, для остальных. И я думаю, что сейчас можно, наверное, назвать ту или не одну, может быть, а несколько команд. Или вы в конце назовете. Дмитрий, вы как хотите это сделать? Можно прямо в самом конце сказать. Сейчас, окей. Итак, там микрофон вроде у вас в жюри есть, вот у... У Григория он лежит. А, вы еще посвящаться хотите. Друзья, давайте поддержим команды. Они действительно молодцы. Я думаю, сейчас мы узнаем. Друзья, сладкий партнер игр компании «Хлебпром» торговой марки «Мирель» — «Русская Нива». Это люди, которые помогают нам и дарят тортики нашим командам. Давайте им поаплодируем, они большие молодцы. Сейчас после них у нас начнется второй блок, когда уже жюри будет нажимать на столах свои кнопочки, и мы будем решать, кто же проходит в официальную лигу, а кто, к сожалению, находится в режиме ожидания. Итак, подошел эксперт Дмитрий Каретко. Кто же из этих молодых команд готов попасть во вторую по значимости лиги в Республике Башкортостан, в высшую лигу Республики Башкортостан? Нам кажется, что это команда «Кошмар Маслякова». И наши гости из Учелов «Артефакт». Поздравляем команды. Счастья вам, удачи. Спасибо огромное. Пока. Я думаю, будет очень приятно посмотреть на этих двух колоритных мужчин, когда они еще раз выступят на этой сцене. Правда, мне такси прям через полчаса нужно везти их в Учелы, видимо, я так понимаю. Но все же. Итак, полный формат. И поехали. На сцене команда «Квен» 2 часа ночи. Город Уфа. Ну и зачем мы танцуем этот неадекватный танец из ТикТока? Ну как, мы же 2 часа ночи. И? А в 2 часа ночи, как правило, все неадекватные. А наша команда не совсем из Уфы. Вот Айнур, например, из Чишмов. Айнур, скажи-ка что-нибудь по-чешмински. Айда Уфага, в маке похаваем. Аня из Стерлитамака. Аня, скажи-ка что-нибудь по-стерлитамакски. Ну бла-бла или на автобусе. Ну что, 2 часа ночи, не спать, мы начинаем. Представьте, татуировщик, который реально делает больно. Я переспал с твоей женой. Папа, папа! Папа, ты скоро? Девочка, на самом деле Деда Мороза не существует. И это не твоя дочь. Если хотите послушать меня дальше, подключите ВК Бум и Итак, представьте, в очки виртуальной реальности добавили карту Уфы. Ну что, он уже в игре? Да, он в игре. Сейчас посмотрим, где он находится. Так, он на телецентре. Ага. Что он делает? Ну, судя по всему, смотрит памятник Салату Юлаеву.
Так он пошел дальше. Он что, дерется? Он что, в Черниковке? Нет, смотри. Он на центральном рынке в 7 утра. Видимо, в пазик садится. Да, точно. Так, смотри, он пошел дальше. Он надевает перчатки. Он что, врач? Нет, подожди, посмотрим, где он. Black Star Burger! Только не волнуйся за меня, малый повзрослел. А закончить бы хотела словами уфимского поэта-современника. Так люблю девочек с зелеными глазами. Почему? С вами была команда «Два часа ночи». Спасибо. Спасибо огромное команде КВН «Два часа ночи». И... Тихо, Дим, не, все. Я понимаю, что это самая лучшая шутка от меня сейчас была. Давайте, команда КВН «Два часа ночи» и решение жюри. Если вам понравилось, нажимаете на кнопочку. Если не понравилось, не нажимаете. Вот такие вы добрые, да? Команда КВН «Два часа ночи» в официальной лиге Уфа. Под ваши аплодисменты. Я, ребят, напоминаю жюри, что все-таки надо... Понятно, ладно. Идем дальше. На сцене команда КВН, финалист региональной лиги Уфа того сезона. Команда КВН «Сами такие». БГУ. Под ваши аплодисменты. 23 февраля. Время всем мужчинам дарить подарки. Ой, а что мы им подарим? Шампунь, конечно. Блин, это что, Тимур Шайхудинов опять без подарка останется? Ну, видимо, да. Уфимская лига, первая игра. Женская команда, все мой. Не умеем петь, с вокалом беда. Поэтому поет местная звезда. Это фестиваль, сейчас стоим на сцене. Это фестиваль, кайфуем мы все вместе. Блин, Диана, ты вообще кто был? Я ж просила нормальную звезду позвать. Ну на что денег студ-клуба хватило, того я и позвала. Студенческий клуб «Вожгу». Пожелать удачи тоже помощь. Девочки такие, девочки. Алин, вот мы с тобой с прошлого года не виделись. Что у тебя интересного произошло? Да я стала замечать, какой Уфа странный город. Иду по улице Спортивная, ни одного спортсмена. Иду по улице Гвардейская, ни одного гвардейца. Иду по Луговой, ни одного луга. Зато на Армянской одни армяне. Пам-пам, мы такие девочки. Алин, вот что за бред ты вообще показываешь? Вообще-то, Диан, для того, чтобы показывать всякий бред, у нас есть специальные люди, которые учились этому 5 лет. Алин, это вообще кто? Выпускники «Вожгу». Итак, лучшие работники KFC, работники шавермы по-питерски, продавцы-консультанты Евросети, ну и, конечно же, ведущий КВН-лиги Уфа Тимур Шайхудинов! Алин, ты дурочка, что ли? Вообще-то он пед закончил. А, пед, да. Ну, пед это совсем другой уровень. Поэтому прямо сейчас встречаем выпускников Башкирского государственного педагогического университета. Итак, лучшие работники ИСИ, работники шавермы по-питерски, продавцы-консультанты Евросети, ну и, конечно же... Блин, Диана, кем Тимур-то работает? Не знаю, никем вроде. А, никем, да? Ну тогда просто тунеядец Тимур! Алин, интересно, а кем же тогда работают выпускники авиационного?
отвечают за настроение людей в нашем городе. Так-то за настроение людей в нашем городе отвечают акции в магазине «Красные и белые». И вообще, раз уж мы собрали на сцене выпускников лучших вузов нашей республики, то пришло время говорить со сцены то, что еще никто никогда не говорил. Уважаемый Тимур, вы очень симпатичный. Да, такого со сцены Конгресс-холла еще точно никто не говорил. Девочки такие, девочки. Дорогие друзья, а в конце нашего выступления хотелось бы сказать, что сейчас перед вами стоят самые перспективные и счастливые люди. Поэтому, уважаемые жюри, если вы хотите сделать нас еще чуточку счастливее, то возьмите нас в официальную лигу. С вами была команда КВН «Сами такие». Самая счастливая команда. Я самая счастливая в мире, устроила Мальдивы в своей квартире, и чувство замело снегами, и почему не мы, это все не с нами. Ну что ж, друзья, «Сами такие», «Бегу». 4 столика загорелось, значит, они в официальной лиге Уфа. Под ваши аплодисменты. «Сами такие» в сезоне. Роман Олегович, вам не понравилось тому, что вы УГТУ закончили? Но вы примерно тем же самым работаете сейчас. Ну, ладно. Идем дальше. На сцене команда КВН «Сплетни», город Казань. Под ваши аплодисменты. Хотим сказать про КВН и только лишь об этом. Здесь столько много шуток и очень много смеха. Здесь тысячи команд, но есть всего одна. Команда «Сплетни» уходит снова к вам сюда. Были репетиции, были редактуры. Через многое прошли в обычные будни. Стоим на своем на сцене и горят глаза. Ведь КВ — это одна семья. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Девочки, слушайте. А какие же мы все-таки молодцы, что приехали на фестиваль из Казани в Уфу. Да. Что стоим на сцене Конгресс-холла. Да. Что не поздравляем своих парней с 23 февраля. Да. Но знаете, они же там одни. Да. Но и мы тут одни тоже. Да-да-да. Тогда Уфа, встречай нас. Камил, а ты зачем мим показываешь? Да какой еще мим? У меня линза упала. Так, девочки, давайте лучше скажем, зачем мы сюда приехали. Побеждать! Да. Ой, у тебя упала, держи. Что это? Губа твоя, закатай. Команда КВН «Сплетни Казань». Посплетничаем. Ну, очень злопамятная мать. Мам, принеси воды, а? Да, мам, принеси воды, я пить хочу. Мам, принеси воды! Пенделя тебе не принести? Эй, ты чего? Чё, чё, ничего? Ты же у меня в животе тоже пиналась. Самые активные пользователи философских пабликов ВКонтакте. Сюда иди. А ты попробуй сказать в лицо то, что говоришь за спиною. Те чё, всечь? Меня ударить раз плюнуть, но плевать придется дважды. Ну все. Ой! Ой! Ай-яй! Что случилось? Мне кажется, нос сломали. Брат, запомни одну фразу. Все срастется, но не сразу. Когда рядом плечо брата, надежней нету автомата. Спасибо, брат. Брата не благодарят, он по факту обязан. Мы с тобою снова вместе и в жару, и в гололед. Мы поем друг другу. Ну а на прошлом фестивале Тимур Шайхутдинов сказал нам одну фразу. Как говорится, КВН он разный. И в Казани тоже есть, видимо. Знаете ли, Тимур Тахирович, вы тоже не входите в топ-15 ведущих Уфы.
Наша ночь пина колада, мы как плитки шоколада. Команда КВН «Сплетни Казань». Спасибо! А глаза твои мои. Видимо, КВН в Казани точно есть. Друзья, давайте, кто же все-таки... Дмитрий, нажмите на кнопочку, пожалуйста, чтобы девочкам не совсем было обидно. Спасибо огромное. Ой, Михаил Евгеньевич. Девки, извините. До свидания. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН, которая давно не была на уфимской сцене. Команда КВН из медицинского университета «Собака Павлова». Под ваши аплодисменты. Привет! А конгресс-холл-то пустой сегодня? Да нет, вроде. А ты повернись. Ого, и вправду пустой. А может быть, обратно повернемся? Там хоть люди были. Давай. Ого, привет. Мы готовы зажигать? Камая, бэйби, турбо, пушка. Как видите, мы настроены серьезно. Даже танец придумали. У нас есть человек в команде, который все время хочет выделиться. Ну, собственно, поэтому я и стою посередине. А у меня песенка есть. Так спой. А она с матами? Так замени маты на цветы. Окей. Забудь цветы, забудь. Цветы, цветы, как дым. При встрече дам тебе цветы, цветы, цветы. Не, Розалин, что-то не то. Воу, 677. Что 677? Зрители в зале 677. 676 так-то, просто мой бывший не человек. А это у нас Камил. Камил у нас мамолог. Чё, кстати, как у тебя там на работе-то? Ну, так. Ребят, мы же медики, давайте уже шутить про медицину. Ну, у меня есть медицинская песня. Антошка, Антошка, готовь наркопцу Лёшку. Антошка, Антошка, мы будем резать ножку. Тили-тили. Так, стоп! Вообще, меня уже достала эта песня. Вообще, кто ее выбирал? Я звоню ректору. Сейчас позвоню. Сейчас. Здравствуйте, вы позвонили ректору Богому. Ожидайте ответа. Теперь поняла, почему мы эту музыку выбрали. Понятно. Ребят, ректор в зале, давайте заканчивать, а? Хорошо, заканчиваем. И что же хотелось сказать в конце? Уважаемые судьи, лучше нам встретиться с вами в одной из лиг, чем у нас в больнице на приеме. А с вами была команда «Собака Павлова». Всем человек, спасибо. Человек, собаки, друг. Это знаю. Спасибо огромное. Итак, решение жюри. Угу. Все понятно. Видимо, у Григория Панина часто бывают травмы, и он не хочет все-таки на себе это проклятие ощутить. Спасибо, ребята, огромное. Счастья вам, удачи. Ну, а мы идем дальше. На сцену сейчас выйдет команда КВН, чемпион высшей лиги Республики Башкортостан того сезона. Команда ездила в Сочи, очень хорошо выступила. Итак, под ваши аплодисменты. Женская сборная города Уфы. А перед вами женская сборная города Уфа. И все почему-то думают, что мы сильные и независимы. Но это не так. Мы очень даже ранимы. Валентина, докажи. У меня три ножевых. Также мы очень верные. Соня, докажи. Я не гуляю с другими парнями, когда со своим все хорошо. Помимо этого, мы еще и разносторонние. Ульяна, докажи.
При его друзьях я соска, наедине с ним швабра. Команда КВН «Женская сборная», раскроем весь спектр женской натуры. И, девчонки, давайте докажем, что мы смешные в КВНе, а не только тогда, когда по льду на каблуках ходим. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим, обнимает не тебя, засыпает рядом. А у каждого есть такой человек, который записывает голосовые сообщения в компании. Да, значит, давай сегодня еще встретимся где-нибудь. Да, давай. Девчонки, может быть, ей уже сказать, что я уже здесь. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим. Обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра. А когда девушка впервые идет на свидание с красивым парнем, она всегда хочет произвести на него впечатление. Ну, вообще, я тоже геймер. Да? И в какие игры ты играешь? Ну, во-первых, Гамайл. А во-вторых, ну, в тюрягу ВКонтакте. Ну вот ты что ты на меня так смотришь? У меня там вообще, между прочим, весь рука забит и 5 самокруток в багаже. Ульян, ты меня извини, пожалуйста, но нам с тобой не по пути. Конечно, не по пути. Я-то в тюрягу играю, а ты-то в ней сидишь. Ваше время свидания вышло, пройдем. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим. Обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра. А по скорости ударов ногтей по экрану сразу можно понять, что девушка ругается с парнем. Соня, да не переживай ты так, я потом сама со своим парнем разберусь. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим. Обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра и пытаешься понять, почему она ушла. Зачастую самые откровенные разговоры на вечеринках происходят на балконе. Итак, один из таких разговоров. Я тебя раньше реально втащить хотела. А ты оказалась нормальная баба. Слушай, это, а твой кто познал? Скорпион. Не-не-не, это все. Да я вообще в это не верю, ерунда какая-то. Слушай, ты такая смешная, конечно. Скажи еще, что никогда не гуглила вашу именную совместимость. Нет. Слушай, вот помнишь, я тебе тогда втащить хотела? Вот я что-то опять хочу. Твоя девочка ушла, твоя девочка с другим. Обнимает не тебя, засыпает рядом с ним. А ты бродишь до утра. Ну а чтобы прочухать весь жизненный опыт, каждый человек должен был пройти через стадию челка. Но у некоторых этот период затягивается на неприлично долго. Соня, ну ты же хочешь там красивый, привлекательный такой быть, да? Ну да. Как бы тебе сказать? Ну намекните. Соня, смотри, вот что делает фермер, когда видит лишнюю свинью на скотобазе? Ну закалывает. Ну вот. Я не понимаю ваших намеков. Слушай, я сейчас в лобешник пропишу. Да подожди, подожди, там такая защита. Девчонки, слушайте, а вот если я челочку вот тут вот заколю и так чуть-чуть на глазик, не пойдет? Аллилуйя! Мы перешли на следующий этап! Слушай, Валюх, ты так сильно не радуйся, там еще период Эмма 5 лет шел. Я сладкая шоколадка, сладкая шоколадка, сладкая твоя. Девчонки, ну а на самом деле я уже все продумала. Надо просто договориться с жюри. Уважаемое жюри, пожалуйста, возьмите нас в официальную лигу и подарите нам путевку на фестиваль в Москву. А взамен мы не будем играть в городской фимской лиге. Ну, Ульян, ну мы и так там не играем. Ну вот, мы уже сдерживаем обещание. А все девушки отрицают тот факт, что ведут себя неадекватно по отношению к своим парням. Да, девчонки, кого мы обманываем? Это же действительно так. Все девчонки психопатки, другими нам не стать. Это наши недостатки, пора бы нам признать.
Это мы провоцируем вас на ревность, а потом сами же обижаемся то, что вы слишком сильно ревнуете, и нам тяжело дышать в этой клетке. Это мы заставляем вас выкладывать совместное фото на фоне заката, а себе выкладываем только себя на фоне этого же заката. Это мы можем называть вас последними словами, но если назовешь нас дурой, то мы сразу вспомним, что мама была права. Это мы, когда вы не берете от нас трубки, накладываем на вас порчу. Ульян, ты че? Какую порчу? Ну, на венец безбрачия. Это мы, когда ходим с вами в кино, говорим, что не надо за нас платить. Но на кассе не спешим доставать кошелек раньше времени. Это мы в период расставания сближаемся с вашим близким другом в надежде донести до вас, что мы были лучшим в вашей жизни. Все девчонки, все психопатки, молчали много лет. Признали недостатки, открыли вам секрет. И девчонки, нас простите, мы факты соберем. И в одной четвертой мы про парней споем. Ну и конечно же, на самом деле, не все девчонки такие. Ну всего лишь 99%. Но все мы считаем себя этим 1%. Ульян, да что ты несешь? Все мы истерички. Команда КВН «Женская сборная», спасибо. Я с тобой в космосе. Я тебя так ждала. Не обижай меня, чтобы я не ушла. Единогласное решение жюри. Девчонки в сезоне. Удачи вам, пока. Гости, и следующая на сцену выйдет команда КВН, гости из столицы, из города Туймазы. Команда КВН «Дрипсет», под ваши аплодисменты. Привет, на сцене молодежная команда КВН из города Туймазы «Дрипсет». Мы настолько молоды, что даже если сложить возраст всех участников команды, мы все равно будем младше ведущего, да, Тимур? Ребята, а вы знаете, что певица Гречка и группа Хлеб хотят записать совместный трек? Интересно, и как он будет называться? Ха, прожиточный минимум. Так, ребята, это все совершенно несерьезно. Давайте посерьезнее. У вас что-нибудь серьезное есть? Да, шутка. Арч, ну-ка объяви. С чего мула начинает свою молитву? Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. А ну быстро, блин, на место встали. Так, пока вы лишнего не наговорили, давайте начинать. Команда КВН «Дрипсет», поехали! I really wanna dance. Ну, очень необычный случай на приеме у психолога. Ну, рассказывай. Ну, вот знаете, девушка, когда меня мама с ним познакомила, чувствовала себя такой взрослой. Но потом наши отношения стали натянутыми, и он вообще на меня давит. Да кто давит? Кто давит-то? Ну, лифчик давит, ну подбрось уже. Сатана устроился работать в банк. Ты будешь страдать, и никто, никто не сможет тебе помочь! Вы что-то сказали? Я говорю, кредит я тебе оформила, вот здесь подпиши. Ага. А когда показываешь маме фото в галерее, она начинает их листать. Мам, смотри, какая фотография, я красивая. О, это что, ты что ли? Цирк уехал, а клоуны остались. В смысле цирк уехал? Чё, Курултай закрыли? Больная, что ли? А это что такое? Ой, это Эрик Мазгутович мне грамоту вручает. И ты повелась? Да в смысле, что такое? Да знаешь, у него таких, как ты, сколько? Он всем подряд грамоты раздает. Ну так-то да. Ой, это Димочка Куаретка. Правда, милый, да? Дима, салям!
Мам, ты чё, это фото? Ты чё матери свидание портишь, а? Мы поджигаем на капитал, как горим. Это из-за нас, тобой звёзды падали. Дорогие друзья, а закончить наше выступление хотелось бы словами великого ученого Альберта Эйнштейна. Игра — это высшая форма изучения. Команда Квен Дрипсет, давайте изучать этот сезон вместе. Спасибо огромное команде Квен Дрипсет и решение жюри. Ну, по традиции, Дмитрий. Вот, отлично. Ребят, счастья вам, удачи, когда-нибудь все получится. Ну а сейчас на сцену выйдет команда КВН. Когда-то в этом университете была очень легендарная команда КВН «Три буквы». Она была настолько легендарной, что она просуществовала всего лишь год. Ну а сейчас на сцену выйдет команда также из педагогического университета. Сборная молодых учителей. БГПУ. Добрый вечер, Конгресс-холл. Сидеть. Сборная молодых учителей города Уфа на сцене. Подожди, Артур. Мне кажется, зритель нас не воспринимает. Внимательней, пожалуйста. Продолжаем. Это Никита, наш школьный вожатый. Никита, вожатый чем в школе занимается? Ну, на школьной дискотеке могу песенку с матерком поставить. Ну, на Новый год могу сценарий с матерком написать. Да что там говорить, у меня вся работа с матерком. Никит, слушай, ты же раньше в нефтяном учился. А что сейчас в педагогический перевелся? Ну, я решил с коммерции на бюджет перевестись. Котелок-то варит! Опа! Это что за новый котелок там? Марья Петровна, здравствуйте! Мне, как всегда, сосиску в тесте, пиццу, ну и, конечно, компотик. Никит, ты чё? Искандер, извини, не признал, ты просто на нашу школьную повариху так похож. Да ты дурак, что ли, уносите это всё? Продолжаем знакомиться с коллективом. Это Алексей. Посмотри, как хорош. Алексей у нас на полторы ставки в школе работает. На одну ставку информатик. На полставки манекен в кабинете ОБЖ. Ну да. У него же по лицу видно, что его прям спасать надо. Тяжелый случай. Не-не-не, у него такое лицо, вот как будто другу смешную картинку отправил, он написал ахахаха, и вот с таким лицом сидит. С улыбкой странно. Не, ну ребят, ну чего вы над ним издеваетесь? Он и так выглядит, как будто его сейчас на паспорт сфоткают. Фотография, где мог ты улыбаться. Леха, Леха, кто ж тебя такого в школу работать-то взял, а? По связям. Position number one, отдыхай просто. Это Тарас Анатольевич, наш школьный охранник. Тарас Анатольевич, вы что на сцену вышли? На сцене только учителя стоят. Не, ну я так-то тоже учитель. Я детей жизни учу. Это как? Ну вот ученик мимо турникетов проходит, я ему говорю, стой, ты куда? Он мне, на дополнительные занятия по математике. А я ему, оно тебе надо, оно тебе не надо. Иди на завод, работай, листовки раздавай. Ну немножко вертись, как шампур в мангале жизни. Дядь Тарас плохому не научит. Коллеги, мне кажется, зритель начал уставать от наших разговоров. Может, уже начинать нам пора? Так, подожди, Артур. Чё-то зритель вообще ничего не понимает.
смотрим, смеемся, аплодируем. Пятьдесят восьмая попытка сдачи экзамена. Здравствуйте. Доброе утро. Да чё ты валишь-то сразу? Дверь на себя. До свидания. До встречи. Да видно же, что не учил бы. Разговор после секса в семье учителей. Ну чё, как? Класс! За 15 лет моей работы. Это самый худший класс моей жизни. А все мы встречали таких людей на фудкортах. Ты знаешь, так хочется жить. Братан, смотри, твоя сидит. Где? Да вон. Да где? Да вон. Шапку подними. А, Марин, привет. Марин, ауе. Да шапку подними. Салам. Блин, прикольно у вас отношения. Меня вот моя пилит по полной. Да я думаю, что, из семьи уйду. Братан, в смысле из семьи уйду? Нормальный торговый центр. Ладно, девушку бросить, но из семьи, братан, уходить не надо. Не, ну ты знаешь, что говоришь, душа. Ауе! Торговый центр «Семья» закрывается. Блин, братан, извини. Домой зовет мать, пойду я. Ну, мамку любить надо, да. Так. Сборная молодых учителей города Уфа. Свадьбы, корпоративы, репетиторство. Спасибо. О, братан, ты что, не бесполезный, что ли? Спасибо огромное. И решение жюри, я так понимаю. Ребята в сезоне. Удачи вам. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН, которая в прошлом сезоне играла в высшей лиге Республики Башкортостан. Команда КВН «Беспредел», БГУ, Уфа. Стоят девчонки, стоят сторон, короткие девчонки, короткие девчонки, слымят пацаны, пацаны. Ну что ж, всем привет! На сцене команда КВН «Беспредел» из Башкирского государственного университета. И мы как пальцы Гомера Симпсона. Ну, у нас просто тоже 4, и мизинец вот постоянно об тумбочку бьется. А это Альфред, человек, который сразу родился 3-летним. Ребят, я тут братишку позвал со мной в КВН играть. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ношу на стол. Красавец! В честь него придумали фразу «мелочь пузатая». Вообще-то меня Макс зовут. Понятно, что Макс, тебя минимум ты не назовешь. Да ты вообще никого минимум не назовешь. Так, все, оба успокоились. Макс, слушай, а ты что умеешь-то вообще? Да я хорошо название фильмов показываю. Пятидневка в школе — это круто. И что это? Безумный Макс. Слушай, Альфред, а ты раз братишку-то притащил, получается, у нас теперь один лишний в команде? Айда, он мелкого выгоним. Да ладно, давай оставим. Как говорится, мал золотник да дорог. Ха, ха, ха. Приди и охлади мой пыл, и охлади мой пыл, и охлади мой пыл. Так, мальчики. Где мои поздравления на 23 февраля? Оль, вообще-то 23 февраля — это мужской праздник. Уф, опять не мой день. Охлади мой пыл.
Чувствую себя, как Оксана Савченко в жилы. Почему? Одна среди этих гендерных узурпаторов. Охлади мой пыл. Оля, ты вообще знаешь, кто такие гендерные узурпаторы? Да вообще заткнись, ты с Максом как осадки в Уфе. В смысле? Вас больше, чем нужно, и убрать можно только бульдозером. Охлади мой пыл. Так, ребят, давайте успокоились, пока лишним ничего друг другу не сказали. Начинаем! That was Mozart. Праздники прошли, мы снова ворвались в игру. Снова беспредел, снова молодежь в ожгу. Больше надо удивлять, пока все удивляют. Мы будем кубок забирать. Да! А наверняка в каждой школе был вот такой вот персонаж. Ой, фу. Ребят, давайте мне, я печенку ем. А есть такие люди, которые со своей будущей профессией определяются еще в глубоком детстве. Теперь ты водишь. Знаете, а закончить выступление хотелось бы словами нашей мамы. Сынок, надеюсь, у вас там хотя бы все официально. Команда КВН «Беспредел», надеемся, у нас тут все официально. Они будут улыбаться, но я буду шутить. А так оно или нет, мы узнаем сейчас. Итак, решение жюри. Дмитрий, правильно поняли свою функцию в жюри. Ребят, удачи, ждите. Может быть, будут какие-то доборы. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН из сборной Чикмагуша, Уфы и Бакалов. Кира Найтли, под ваш аплодисмент. Добрый вечер, друзья. На сцене команда КВН Кира Найтли. Привет! Пацаны, вы знаете, какой сейчас год? В этом году исполняется 55 лет главе нашей республики Радио Хабирову. Так уже какой-то подарок, я не знаю. У меня есть песня про него. Я Ради Хабиров, я люблю башкиров. На проспекте и на монументе. Где башкиры? Здесь башкиры. Муа-муа-муа. I want it back! Пацаны, вот помните, я же на все эфир работал? Ну? Но я тут на БСТ ушел. Теперь могу официально заявить. Глазков лох, каретка бог. I want it back! Нет, Эльдар, то, что на работу устроился, конечно, хорошо. Знаешь, и деньги на дороге тоже не валяются. Ну, Никит, я тебе так скажу, у нас в Чикмагуше даже дороги на дорогах не валяются. I want it back! Эльдар, вот ты реально тупой. Вот ты тупой. Ты как меня называешь? Я сейчас позвоню президенту, он тебе выговор сделает. Че так мелко выговор только? Ну, знаешь ли, президент Татарстана мало что решает в нашей республике. I want it back! Не, пацаны, сегодня же праздник, 23 февраля все-таки. Че там по столу? Не бойся, Никит, все куплено, все уже куплено. Ладно. Кстати, вот я что-то переживаю очень-очень сильно, то, что за место нас в сезон, не знаю, там, команду «Я ж мать» возьмут. Я говорю, не переживай, все куплено, все I want куплено. It back! Ладно, ребят, давайте уже начинать. Команда КВН «Кира Найтли», повеселимся! И я А у каждого в детстве был вот такой вот дядя-продюсер. Ой, артист! Молодец, артист! Артист! Ой, ой, давай, ой, молодец. Ой, артист, молодец. Иди вот в зале родителям это покажи. А песню петь? Нет, девки в озере купались, это только для меня. А-а-а. Артист, молодец. Сын знакомит свою девушку с мамой. Мам, вот это Юля, я на ней женюсь.
А почему у нее пакет на голове? Там лучше не открывать. Да ладно, я сниму. Ну вот, милая девочка. Я же говорил, все нормально. Да, пожалуйста. Жена встречает мужа-вахтовика на вокзале. Все, Валера, приехал, да? Приехал. А чё так лежишь-то? Сумку не хочу испачкать. Это чё? Это курица, что ли? Я тебя месяц назад отправлял, а ты её даже не открывал, что ли? Я тебе больше скажу, я даже в поезд не садился. Не, Валера, за такой сейчас втащу, серьезно. Люда, уйди срез, поезд едет же. Только тебя, Гита, я буду помнить. Ты мое сердце ранил навсегда. Окна огромные, белых небоскребов. И в конце, дорогие друзья, уважаемые жюри, знаете, наша команда, она уже успела поиграть, ну, абсолютно везде. И в юниор-лиге, и стать вице-чемпионами городской уфимской лиги, финалистами высшей лиги Республики Башкортостан. Погоди, это получается, мы как моя бабушка? В смысле? Ну, отмучились. Как? Команда Квакер, дать спасибо, друзья. Мы с тобою снова вместе. Ночь дает нам все права. Вот стена. Неожиданно для меня Кира Найтли в официальной лиге. Удачи вам, ребят. Идем дальше. На сцене команда КВН из Татарстана, гости нашей республики. Команда КВН «Лейла», «Набережные Челны». Под ваши аплодисменты. Конгресс-холл нас всех собрал, вот наш первый фестиваль. Мы приехали с Челнов, эй, зритель, ты готов? Тут шепнули нам на ушко, фестиваль наш турбопушка. А теперь, Тимур, давай! Эльфат, подожди. Ты же сказал, договорился с ним. Я с ним договорился. Просто человек серьезный, все эмоции держит в себе. Ты прав, договорился. Вон же ногой пританцовывает. Привет, Уфа! Ну что ж, здравствуйте, друзья. Мы сегодня приехали за Гран-при. Но давайте сразу познакомимся. Меня зовут Ришат, это мой брат Рифат. И вам, наверное, интересно, откуда мы такие одинаковые взялись. Просто наши родители один раз принтер купили. А потом переспали. Да прям как у всех. Давайте продолжим знакомиться. Это Руслан. И чтобы вы понимали, он ездит в маршрутке как заяц. Выходит за стола как свинья, в общем, как человек вообще не удался. В смысле, как человек вообще не удался? Я вообще-то аудиоминиатюру приготовил. Ну, давай покажи. Вот если в песне вставить вот этот звук, она кардинально меняет свой смысл. Давайте послушаем. Держи, руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь. Так, Руслан! Мы обойдемся без своих аудиоминиатюр. Пацаны, вы заметили, сегодня 28 команд. Улетают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. И куда... Так, Кира Найтли, узнаю, что курите, стрелять буду. Знакомьтесь, это Артур. Ну, вы на него внимание обращайте, на смелочке того. Пацаны, я сам открою. Артур! Кстати, когда я был маленьким... Что? Что когда ты был маленьким? Это вопрос. Когда я был маленьким, я просто не помню. Артур, фестиваль. Мы хотим взять гран-при. У тебя есть что-нибудь? Есть. Давайте представим. Очень заботливый сутенер. Чё, заболело, да? Ну давай я тебя тогда заменю. Артур!
Артур, ты вроде не услышал. 28 команд. Очень рваные джинсы. Это тебе за вчерашнее, козел. Прости, братан. Задолбали постоянно путать уже. Ну как вас не перепутать? Вы же одинаковые. У вас хотя бы родинки есть? Есть. У нас много родинок. А у меня одна родинка. Россия. Ну ты, конечно, патриот. Вообще машина. Тише, 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 вы так громко не смейтесь. На самом деле Артур у нас адекватный, вне КВН даже развивается. Артур, давай расскажи всем, чем ты занимаешься? Ну я стендап один раз в армии читал. Артур, это присяга. Не знаю, там все ржали. Ладно, пацаны, давайте заканчиваем уже. Друзья, знаете, мы в Уфе в первый раз, и мы поняли, что Уфа — это самый лучший город. Это чистая правда. Чистая, чистая правда. Вот вы не поверите, вот ровно неделю назад у меня родилась дочка. Это чистая правда. Правда. Это чистая правда. Не надо, не надо аплодисментов, не надо. И вот так чисто случайно совпало, я назвал ее Уфа. Это чистая, это правда, чистая, правда, чистая, это правда. Чистая правда. Это чистая правда. Ребят, простите, мне звонят. Алло. Извините, я сейчас не могу говорить. Я в раю. Это чистая, чистая правда. Правда. Это чистая правда. Это чистая правда. Это чистая правда. Пацаны, если честно, вы задолбали в каждом городе одно и то же говорить. В Казани про Уфу. В Челнах про Уфу. Даже в Елабуге про Уфу. Ну, Артур, потому что это абсолютная правда. Уфа — самый прекрасный город. Чистая правда. Да, и знаете, друзья, мы сегодня играем не ради гран-при. Мы играем только в свое удовольствие. И нам... Мы не будем давить на жалость. Нам это ни к чему. Это чистая правда. Забери гран-при, нам оно ни к чему. Играем для тебя, зритель, ты понимаешь. Забери гран-при, отдай тому, кто пришел в игру ради денег и славы. Лучше влюбились мы в эту игру. Новые границы для себя открываем. Истину открыть мы хотим лишь одну. Неважно, победю я или я победяю. Вот теперь, пацаны, точно заканчиваем. Эй, Лейла, я молодой. Мы как хай-тек внутри старых домов. Команда КВН Лейла. Играем ради кайфа. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради... Это мой кайф. Спасибо огромное. И... Да, все члены жюри нажали на кнопочку, значит, вы в сезоне. Спасибо, ребята, огромное, что приезжаете. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН из города-героя Стерлитамак, сборная строительного колледжа. Под ваш аплодисмент. Здравствуй, Уфа! Это именно из-за Стерлитамака. Конгресс-холл называют Таратау! Привет! Друзья, мы решили усилиться и специально позвали из Америки преподавателя взрослых дел. Встречайте, Лерочка! Если ты секс-бомба, то я сапер. Лерочка, а где можно купить учебник по вашему предмету? В магазине от А до А! Никитас, ты-то откуда знаешь? А у меня просто есть карточка постоянного покупателя. Слушай, да, 50% Ну, как вам усиление? Мощь, сила! А? Это еще не все усиление. Сам ты приехал посмотреть на сборную аниматоров, мразота?
Привет, недоделки! Кстати, ребят, знакомьтесь, это наш защитник Алексей. Максимум полузащитник. Слышь. Тебя что, давно за сосок не кусали? Мы тебя сейчас вообще здесь размотаем. Пацаны! Что случилось? Я, кажется, трансформер! Ну или многодетный батя, не знаю, конечно. Так, друзья, давайте начинать, пока вы ничего не творили. Мама, я танцую, под нашу басую. Папа, не жди дома, я уже пью. Представьте, разговор отца и сына. Не, ну ты посмотри на него. Вырастил дебила. Вот мать, иди сюда. Я, конечно, все понимаю. Один плюс один, два. Ну не метра же, а. Иди сюда. Иди. Нагнись. Нагнись эти подзатыльники. Ну погоди. Тебя что, за сосок укусить? Когда девочки смотрят в Инстаграм, они похожи на средняковых людей. Динара, ты чё не инстаграмишься? Не хочу. Ведьма она! Сжечь, сжечь, сжечь! Да у меня интернета нету! А, ну чё ты парня не попросишь деньги кинуть? Ну как-то неудобно. Говорю я, ведьма! Сжечь, сжечь, сжечь! Как правило, настройка... Как правило, на стройках стоит одна и та же атмосфера, но до определенного момента. Господа, 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 знаете, у меня есть для вас одна маленькая новость. Зарплата пришла! Ничего себе, у нас начальник зарплате радуется. Да правильно, у него зарплата больше, чем его рост. Дорогие друзья, для прохождения в сезон мы готовы оставить даже свою гордость в стиле Тамаки. И наша песня об этом. Виноваты сами, что мы в гуле проиграли, но хотим ворваться снова, и готовы мы на все. К черту эту гордость, ты забудь про скромность, красть себя на сцене все можно. Друзья, а закончить? Можно я скажу, можно? Ну, давай. Тимур Шайхудинов, а я что-нибудь закусить, а? Сборная строительного, спасибо! Пусть горят глаза и пусть пустотелонны, адреналин в крови. Спасибо огромное, друзья. Кто-нибудь нажмет? Дмитрий, вы не зря там сидите. Спасибо огромное. Ребят, вы высшие лиги, удачи. Будете, наверное. Идем дальше. На сцене команда КВН, сборная БГМУ и УГНТУ. Команда КВН, смятку. Под ваш аплодисмент. Только не гул, здрасте. Вечер, Конгресс-холл, и с вами команда КВН «Смятку». И у нас сразу предъява.
Почему на фестивале играет 28 команд? Неужели вы не хотите, чтобы мы выиграли? И чтобы потом эти 4 одинокие, красивые девушки плакали за кулисами? И кто же их будет успокаивать? Может быть, вы, Дмитрий Каретко? Я готова не выиграть. Так, Алия! Он серьезный, солидный мужчина. Что ты к нему пристаешь? А вот это уже моя хобби. Так, ладно. Вы видели, что в республике происходит? Хабиров по поселкам ездит, что-то всех ругает, отчитывает, прям как мой вожатый в лагере. В смысле? Тоже по комнатам ходил, у всех алкашку отбирал. Вот, девочки, мы уже взрослые люди, и неужели у вас ничего нового в жизни не произошло? Нет, я вот права получила, теперь трамвай вожу. Так, стоп, а это какая категория? Категория? В смысле, «ы»? Ну, в смысле, когда трамвай едет, он вот так делает. Так, ладно, с ней все понятно. Девочки, может, у вас что-то есть? Ну, есть там кое-что. У каждой девушки есть такая подруга в клубе. Алия, какой нахрен Артурчик? Мы вместе в клуб приехали, вместе уедем отсюда. Ты дурочка, он меня в Рим обещал свозить, с папой познакомить. С каким папой? Он не итальянец, все армяне врут. Да мы на часок в Италию слетаем, в Колизео посмотреть. Там, говорят, какой-то Моргенштерн выступает. Нет, девочки, это уже никуда не годится, это косячит, вы же... Так, стоп! Вы чувствуете, чем пахнет? Так-то ничем не пахнет. Конечно, 23 февраля, все мужики в новых носках. Девочки, можно? Что, можно? Ну, можно! Можно Машку за ляжку. Девочки, я рассталась с парнем. И чё? Ну, когда все расстаются, они обычно все пополам делят. И? Ну, да. Ну, и что мне с этим герпесом делать? Ему оставить или что? Алсу, а я знаю, почему он тебя бросил. Ну и почему же? Наверное, потому что все это твоя рота. Очень смешно, Лян, прям молодец. И знаете, тут подумала, Алсу, она как вареная печень. Вот, да-да, я об этом. Давай, вареная печень, может, еще что-то такое? Да что такое? Давай, так, девочки, пожалуйста. Давайте заканчивать. И что хотелось бы сказать в конце. Мы уверены, что пройдем какую-то, ну, хорошую лигу, ну, потому что Григорий Панин, как спортсмен, наверняка любит есть яйца в смятку. С вами была команда КВН «Смятку». Спасибо! Спасибо огромное. Это была команда КВН «В смятку». Ну, все понятно. Человек любит «В смятку», и Дмитрий любит тоже «В смятку». Спасибо огромное, девчонки. Увидимся дальше. Ну, друзья, давайте поаплодируем. Осталось всего лишь 6 команд. Взбодримся. И на эту сцену сейчас выйдет команда КВН. Очень необычная. Они очень необычно выглядят и просили объявить их так. Планета Капекс. 151-е созвездие города Уфы. Под ваши аплодисменты. Запись 23.02. Провожу сканирование области на наличие угроз. Спектрометры отсутствуют. Шапочки из фольги отсутствуют. Радик Юльякшин отсутствует. Для протокола он не угроза, просто как человек неприятен. Условия благоприятны. Начинаем высадку. Недавно в аквапарке «Планета»? Ну, не знаю. В открытом космосе шансов выжить побольше будет. Добрый вечер, земляне. Перед вами жители планеты Кейпекс. Все правильно, вы правда не одни в этой вселенной. Вы, наверное, думаете, что наша планета называется как-то странно? И это нам говорят те, кто назвал планету Земля, когда она на 75% состоит из воды. С
Сразу обозначим, зачем мы здесь. Мы прилетели на вашу планету с экспедицией. Мы очень хотим домой, но с вашими ценами на топливо мы отсюда уже третий год улететь не можем. Да, можно было бы устроиться на работу и просто накопить денег, но с таким внешним видом нас берут только в одно место. ДНС. Мы собрали очень много информации о вас, поэтому пришло время познакомить вас с представителями нашего вида. Меня зовут CJP2534. Именно я на вашей планете рисовал круги на полях. Сразу меня извините, это не секретное послание. Я просто по телефону разговаривал и чисто рефлекторно калякал. Это Ми-2934P. Знаете, как бывает? Играешь во дворе в футбол, силы не рассчитаешь, и соседское окно уже в дребезге. Так вот, извините его за челябинский метеорит. А это Лёха. Не обращайте внимания, он немного туповатый. Просто после 24 класса ушел. Лёха, будь здоров. Так, короче, мужики, я к вам посудомойкой не нанимался, поэтому сейчас идете и сами мойте свою тарелку. Знакомьтесь, это Василий. Мы похитили его много лет назад, и он помогает нам в изучении вашей планеты. Как продвигается ваш последний эксперимент, Василий? Значит, в ходе эксперимента мы, нашей научной группой, выявили, что одного образца недостаточно. Поэтому нам надо спешить, потому что ближайшая лаборатория закрывается в 11. Хорошо. Что-нибудь еще? Ну и для полноты эксперимента нам нужна особь женского пола. Две особи женского пола. Внимание! Угроза юмористическому выступлению составляет 80%. Ладно, понял, ухожу. Слушайте, мужики, я как на вас не посмотрю, вас все больше становится. Мне вот интересно, вы как размножаетесь? Через рукопожатие. Ё-моё, Лёха, мог бы предупредить. Ну ты вообще интересный. Ладно, давайте, мужики. А теперь о серьезном. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Знаете, многие земляне верят в то, чего на самом деле не существует. Домовые, привидения, чешмы. Всего этого не существует, кроме привидений. И нас. Планета Кейпекс. Мы прилетели на планету КВН с миром. Кнопки загорелась, и значит, команда КВН КПЭКС снова увидит себя в 1/4 официальной лиги Международного союза КВН. Удачи, ребят! Ой. Ну,
ладно. Идем дальше. На сцене команда КВН, которая уже давно играет в нашей системе лиг. Команда КВН «Яж Мать», город Уфа. А свое выступление мы хотели бы начать со слов наших мужей, которые отпустили нас играть. А что у нас в Уфе КВН есть? Холодильник, стоп, морозильник, стоп этой стирки, стоп этой глажки, не будет уборки, не будет поблажки. Я играть, уроки пускай проверит твоя мать, сам за окном ты будешь убирать, пару на сам ты будешь сам искать, поймешь, что такое «Я же мать». Вас приветствует команда КВН «Я же мать», единственная команда, в которую можно попасть по результату теста. Алия, ты зачем розы раскидываешь? Я просто сегодня первый раз решила обратиться к директору телеканала БСТ. А первый раз он должен быть особенный. Уважаемый Рустам Ришатович, возьмите меня работать на программу «Салям». Только придется уволить Дмитрия Каретко. У меня правило, я с бывшими не работаю. Кстати, у меня есть обращение к Радио Хабирову, потому что мой муж работает в ЖЭКе. Музыку! Радий Хабиров объявил на собрании, не убрали днем снег, убирайте ночами, а надо бы ночью делать новых людей. Я хочу с мужем ночами делать детей. Девчонки, хотите прикол? Я вчера в секс-шоп ходила. Ну и что ты там увидела? Считай, до этого я в жизни вообще ничего не видела. Ну и как бы сказал муж Алии после пятой дочки? Ну что, продолжим? А сегодня 23 февраля. Алия! Половина моя. Алия, это кто? Что ты? Алия! Я, походу, дочку забыл из детского сада забрать. Какую? Ну, это ту, которую, помнишь, мы из роддома забыли забрать. Ну, да. А помнишь, мы эту Хуанита хотели назвать? Ну, да. А помнишь, мы на коня хотели у цыган поменять? Ну, да. Ты не перебарщивай, ребенок все-таки твой, я придумал сейчас только это. Алия, ты что, реально так много раз рожала? Да ты даже не помнишь, как их называть! Это же не название тортов, чтобы их запоминать, ты не путай. Дорогой Тимур, чик. У нас же не жизнь дома, а сплошной КВН. Я, значит, вечером к Алие подхожу, говорю, ну что, давай, шуры-муры. Она мне говорит, 3 минуты. Я говорю, почему 3 минуты? Она говорит, Тимур сказал, 3 минуты, не более, но чтоб плотность большая была. Я, значит, ты же семейный человек сам. Я ее домой привел, ко мне батя подходит, говорит, Влад, ничего не бойся. Все будет хорошо. Ты хозяин в доме. Я говорю, бать, что шепотом? Мамку твою боюсь. Она же мне в кошелек свою фотографию вставила. А на этом месте должны быть деньги, между прочим. Дорогие друзья, члены жюри, возьмите баб в Москву. Ну они же мамы. Ну пусть не играть, ладно, ну... Вы же все равно проголодаетесь, а они вас накормят. Официальная лига Уфа, ты подари, я ж мать путевку.
Спасибо огромное. И члены жюри, какие же у нас результаты? Михаил Евгеньевич, Дмитрий бывший, все-таки нужно, наверное, нажать. Помню эти ваши вечерки. Да, вот эти. Да, Дмитрий. 4 загорело, значит, вы в сезоне. Спасибо огромное. Мы планировали взять 7 команд, вы взяли уже 8. Так, для справки. Следующая команда, монокоманда, любимчик публики. Команда КВН «Артхаус», город Уфа. Под ваш аплодисмент. Я же недавно на свадьбах начал работать. Нет, не пугайтесь, не ведущим, фотографом. Вот, недавно заказ один был, попался, один буйный кость, да? Так я его щелкнул, вот он и успокоился. Ну что ж, всем добрый вечер, друзья, всем привет. Давайте активнее, активнее. Давайте. Ну, вы наверняка заметили, да, то, что я, икаюсь, да, чуть-чуть. Но на самом деле хорошо, что меня не поставили выступать в первом блоке, потому что вышел, поздоровался и уже нужно уходить. Обидно, как-то обидно было бы, да. На самом деле заикаюсь не только я, еще моя девушка заикается. Вот вы наверняка же видели такие пары, да, которые сидят, друг напротив друга и в телефонах. Так вот, мы так время экономим, да, очень помогает. Солнце за горой, тучи в небеса, хочу его порой. Ко мне организаторы подходят и говорят: напиши нормальное человеческое выступление. Но я и написал, на 80% из воды состоит. Они поняли, да? Ну ладно, до меня эта шутка тоже не сразу дошла. Я просто ее на Алиэкспрессе заказывал, да, не сразу дошла. Не смешно, да? Ну ладно, ловите хохму. Кто из звезд российской эстрады забивает кальян на вине? Как думаешь? А вот вы как думаете? Владимир Винокур. Солнце за горой, тучи в небеса, хочу его порой, слезы на глазах. Вот вы наверняка думаете, да? Где же стендап? Где же стендап? Вот он, да. Вот, недавно, кстати, начал ходить на тайский бокс. Там, кстати, тренер хороший или хорошая. Но я еще не разобрался, бокс все-таки тайский, но вы понимаете, да? Кстати, мой отец представитель рабочей профессии, да, в шахте работает. Советую, кстати, приходите к нему, бургеры вот такие делают. Все. Я же, кстати, недавно в Сочи ездил. Прикиньте, темную армию видел там. Ну, женская сборная жесткие, конечно, когда выпьют. Ну что ж, команда «Артхаус». Всех люблю! Спасибо огромное. Иди за кулисы. Идем дальше. На сцене команда КВН, тоже гости нашего города. Команда КВН из города Урусу под названием «Граница». Давайте их встретим, как мы встречаем гостей. Давайте, друзья. Эй, встречай границу, поклонники все в зале. Хлопают в ладоши и хотят, чтоб мы качали. А ну-ка не зевайте, нам дружно подпевайте. Здесь новая граница, брат, юмора автомат.
О, пацаны заметили, да? В жюри Гриша Панин сидит так-то. Между прочим, капитан хоккейного клуба Салават Юлаев. Он когда-то и за Акбарс играл. Между прочим, он 2 кубка за Акбарс завоевал. Пацаны, это что получается, он как Айдар Галимов, что ли? Ну, в смысле, и там, и тут выступает. Ребята, а с нами же женщина приехала. Где она? Это не женщина. Это Кирилл. Дорогие друзья, знакомьтесь, это Кирилл. Официально лицо шугаринга в РУСУ. Очень смешно, ребята. Лучше бы вместо того, чтобы подкалывать, порадовались за меня. Я, между прочим, недавно папой стал. Наши поздравления, дорогие друзья. Это единственный отец Кирилл в России, который ездит не на Лексусе, а на маршрутке. А специально для этого фестиваля мы привезли самый звездный состав. А за нас сегодня выступают Валентин Стрыкало, Стив Бушеми, Илья Полежайкин. Ну и рыбка Рика из подводной братвы. Ну что, ребята, покайфуем? А вот эта недодевочка тему говорит, поехали! Уфа, я танцую, приехал в Сурусу я. Привет, республика, встречай нас, публика, кайфуем! Итак, представьте, случай из жизни Салавата Фатхетдинова. Вообще, Салават Акимович, будьте здоровы, будьте здоровы, не болейте, будьте здоровы. А у каждого ребенка в детстве бывала такая ситуация, когда к нему в гости приходили родственники и просили его исполнить то, что он обучился в музыкальной школе. Музыкальная школа, да? Да. 20 косарей в месяц. Ну, я думал, он на скрипку пойдет. Да лучше бы я его в садике перепутал. Да, и кому какое дело, я любила, я летела, пробежала, потеряла, опоздала. Случай в урусинской школе. Братан, хочешь прикол? Давай. Утюг называется, смотри. Братан, пить хочешь? Давай. На. Братан, может, телек посмотрим? Давай. Смотри. Жипи! О, БСТ показывают. Нормальный, не тайник. И кому какое дело, я любила, я летела, пробежала, потеряла, опоздала, я тебя почти не знала. Дорогие друзья, а знаменитые личности в школе тоже получали замечания. Наша команда смогла откопать их старые дневники. Итак, давайте посмотрим, какие замечания писали им учителя. Начнем. Прячет глаза от учителя. LJ. Довела учителя музыки до слез. Ольга Бузова. Довел до слез всех учителей. Стас Михайлов. Без спроса открыл окно. Петр Первый. Хихикал весь урок. Витяка. Жалуется, что 15 минут слишком короткая переменка. Настя Ивлеева. Продолжим. 5 месяцев не появляются в школе. Кокорин и Мамаев. Пришел в школу в маминой одежде. Элвин Грей. Брызгал водой в одноклассников. Патриарх Кирилл. Был хорошим старостой. Тимур Шайхетдинов. Так тонко. Ну КВН же, ребят, учился. Ну и в конце, дорогие друзья, сразу после поступления мы уезжаем к себе домой, в Республику Татарстан. Но нам настолько понравился город Уфа, что мы уже сейчас хотим сказать ей... Крошка моя, я по тебе скучаю. Граница, спасибо! Письма не получаю, ты далеко и даже не скучаешь. Ну что ж, уважаемые жюри, ваше решение. Опа! Удачи, граница в сезоне.
сцену бежит команда КВН «Сборная аниматоров». Город Уфа. Под ваш аплодисмент. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Зато прикинь, как они картошку быстро чистят. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами сборная аниматоров города Уфа. Вот вы, наверное, думаете, а что это они и на КВН в костюмах пришли? А это не просто так, между прочим. Попробуйте угадать, кого из нас ищет полиция! Опять не угадал. Ребята, а если пчела ужалила, а жало осталось, это что, значит, она еще вернется? Нет, точно не вернется. Это что получается? Я жало отжала. Это наша феечка Динь-Динь. И все, что вам нужно о ней знать, это то, что у нее есть волшебная пыльца. Подписывайтесь на телеграм-канал «Пыльца Уфа». Динь-динь-динь, динь-динь-динь. А это наш мим. А я молчу. Мне даже как-то неловко. И знаете, мимов уже настолько давно не заказывали, что вот, ну вот какой твой был последний заказ? Чё, когда еще Тимурка маленький под стол ходил, что ли? А это наш кукла Лол. А я недавно мужика из семьи увела. Слушай, я бы на твоем месте перестал об этом говорить. Все-таки рано или поздно сотрудники ТРК семья узнают, что это ты у них манекены воруешь. Куколка, куколка, Настя Маковцве. А это Бэтмен, наш капитан. Смотрите, люди, он Бэтмен. И он у нас певец. Никогда не забуду этот страшный заказ. Как часто вижу я сон, заказа страшного сон, где дети грустные, мы не играем, не поем. Родные хотели сюрприз, мол, с днем рождения, Ильгиз. Но кто же знал, что вдруг помрет хомяк Борис? И вот с детьми мы идем, несем коробку за дом, чтоб весело и дружно там проститься с хомяком. А это наш аниматор для тех, кому за 30. Просто дети стали старше. Слушай, вот всегда было интересно, а как у вас заказы проходят? Ха, сейчас покажу. Если нравится тебе, то делай так. Если нравится тебе, то делай так. Если нравится тебе, то и другому подожди. Так, стоп! Ля-ля-ля-ля. Пыльцу не забудь сбросить! Прости. Ну что, ребята, заканчиваем. И что бы хотелось сказать в конце? Дорогие друзья, 8 919 157... Сборная аниматоров города Уфа недорого. Спасибо! Спасибо огромное, жюри. Ну, давай, Дмитрий. Молодец. Спасибо огромное, ребят. Ждите решения дальше. Ну что ж, друзья, осталась последняя команда. Это одна из старейших команд, которая играет в Республике Башкортостан. Под ваши аплодисменты. Лица Республики Башкортостан. Давайте им поаплодируем сильнее. Они последняя команда. Им самая тяжелая участь.
Друзья, хотел бы напомнить, перед тем, как команда выйдет на сцену, уже 20 марта здесь, в Конгресс-холле, состоится большой КВН. Здесь, в Уфе, пройдет большой фестиваль Центральной лиги Поволжья. Команды Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани. То есть со всей России сюда съездятся команды, чтобы пройти сезон Центральной лиги. Здесь будет очень много ребят с высшей лиги и так далее. 20 марта здесь. Мы вас всех ждем. Большой КВН в Уфе. Ну что ж, старые знакомые лица. Лица республики. Лица республики. Тихо. Историческая справка. В этом году Республика Башкортостан отмечает свой столетний юбилей. А в Башкортостане лучший подарок на юбилей – это песня. Кто такой башкир? Ответим на вопрос. На лошади верхом едет на покос. За салават болеет, любит бишбармак. Узнали себя, а? Подпевайте с нами! Там ди-да-ди-дам, там ди-да-ди-дам, там ди-да-ди-дам. А сейчас поем на башкирском. Ухта-ухтанма, ухта-ухтанма, ухта-ухтанма. Немного хореографии. Хорош, 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 хорош. Привет, Конгресс! Юле-муле, ништяли сын синикен, куражи леги прыше, а ерей синикен. Да-да, друзья, на сцене настоящая башкирская команда КВН. Че, вы не верите, что мы башкиры, что ли? Пацаны, ну-ка покажите настоящих башкир. Диман, вы что делаете? Машину толкаем. Сейчас все башкиры так делают. Вы на Димку особого внимания не обращайте, он у нас странный человек. Кстати, Димка чемпион Республики Башкортостан по издаванию странных звуков. Диман, это правда? Красавчик. Уважаемые друзья, перед сегодняшней игрой мы решили заручиться поддержкой руководства. Сегодня с нами на игру приехал временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Хабиров Ради Фаридович. Да ладно, не за что, не за что. Всем субботу за мой счет. Ладно, вон конфетки, бегите. Что, дурак, что ли? Встань нормально. Как зовут? Рустем. Хасанов. Ты что так паузу долго держишь? Я же удивился. Друзья, вчера сходил в продуктовый магазин «Пятерочка». Увидел там цены. Ой-хой. Они что там, бензин продают, что ли? В общем, друзья, в этом году исполняется 100 лет Башкирскому драматическому театру. Тогда британская театральная постановка «Король Артур». Эдегас, дуслар, бергаляшим, мину мортан, будуш маларлы. Победим. Дима, почему на татарском? Ну, Артур же. Алло. Урелеп казаращиелер. Давай. Ради Фаритович, кто звонил? У женщины душа горела. Потушил. Ладно, я пойду к Рикарду Милосу схожу. Куда? Ай, памятник Салавату Юлаеву. А, зачем? Ульфата Мустафина там немного надо подвинуть. Застрял, наверное. А вы что стоите? Давайте. Команда лица республики. Шайбуем, ребята! Опа!
Друзья, а когда мы видим возле парикмахерской курящую женщину, то непонятно, она там работает или постричься пришла. Понял я, что ты моя навеки, Ольга. Без тебя я буду... Извините. А, стричься? Да. Проходите. После меня будете. Да кто ты, блин, такая? А мы заметили, что в ночных клубах возле диджея постоянно стоит такой интересный человек. Ты до скольки сегодня? До пяти! А, понятно. Ладно, я пошел, давай. Военкомат. А? Там мы тебя ждем, говорю, если что. Давай, давай быстрее. Друзья, интересный факт. Пожилые люди достают таблетки из упаковок, и они у них лежат вперемешку. И поэтому, чтобы найти обычную таблетку парацетамола, это целое испытание. Опа, Нурья, раздевайся. Быстро раздевайся! Представьте, шансонье фотографируется на обложку своего нового альбома. Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах. Валера, у тебя так 10-й альбом на 9-й будет похож. Ну давай так. Так Венер Космос фоткался. Ну давай так. А так Макс Демершин. Задолбала ты, а? Не буду я фотографироваться. Вот так нормально! Валера, не лезь в кадр, нормально! А в магазине бытовой электроники можно встретить вот таких персонажей. Короче, финтифлюшку надо. Подождите, что? Утюг не работает, надо финтифлюшку. Может, теплонагреватель? Провод, кнопка, финтифлюшка. Вот именно она нужна. Не знаю, не понимаю. Все, подожди, мелочь. Здрасте, есть фунтик. Может, я не понимаю, что... Нет, такой миллипизерный фунтик есть у вас? Вот от вентилятора, вот получается, до теплоизолятора. Есть фунтик такой? Подожди-ка, может, у тебя есть вот это вот? Да идите вы отсюда! Hello. It's me. А вот же эта финтифлюшка. Это моя штучка. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце? Вот, ребята, у меня к вам вопрос такой. Вы же уже не молодые. Зачем в КВН играете? Ну как, Ради Фаридович, мы хотим, чтобы нами гордилась Республика Башкортостан. Съездите в Красногорск и вернитесь обратно. Схема рабочая же. Ради Фаридович, просто мы хотим, чтобы наши лица показывали на федеральном канале. А вот с этим желанием поосторожнее. НТВ это тоже федеральный канал. Ради Фаридович, мы на первый канал хотим. Тогда я пошел. Куда? Собирать вещи, у меня в Москве столько связей. Ты че? Башкиры бывают разные, черные, белые, красные, но лица в республике хочется до первого заморочиться. Лица республики базируем, друзья! Черные, белые, красные, но вся манина голова хочется, но что-нибудь заморочиться. Спасибо огромное, и решение по команде КВН «Лица республики». Спасибо огромное, вы в сезоне, ребят. Ну и под ваши аплодисменты хотел пригласить бы все команды, которые принимали участие сегодня в игре. Давайте, ребят, поаплодируем. Они смешили вас в течение 2,5 часов. Ребят, на сцену. Уважаемый жюри, Дмитрий, вы скомандуйте там, кто сейчас уходит, тот Филипп Киркоров.
Дмитрий, вы там посоветуйте, решите, кто гран-при у нас получил, а кто получил две путевки в Сочи. Ой, в Сочи. В Москву, да, я перепутал уже с... Вы посоветуйте, друзья, давайте поаплодируем командам еще раз. Я напомню, кто прошел в официальную лигу Уфа. Это команда КВН 2 часа ночи, город Уфа. Сами такие, БГУ. Женская сборная города Уфы, давайте аплодировать. Сборная молодых учителей БГУ, БГПУ. Кира Найтли, Лейла Набережной Челны, Планета Капекс, Яжмать, Граница Урусу и Лица Республики. Друзья, я напоминаю, что 20 числа вот здесь пройдет большой КВН, много-много-много-много команд. Я думаю, что вам это надо видеть. И... Да, совещаются члены жюри. Напоминаю, друзья, если... КВНщики кушают, да, они кушают, да. Ну что ж, давайте пока тогда будем поодиночке выдергивать. И, Валериан, можно пару слов о игре, пока совещаются ребята? Давайте поаплодируем. Валериан Гагин, Центр современного искусства «Облака». Не, вы включите, подождите 5 секунд, он сразу не включается. То есть нужно включить и подождать секундочки 2. Вот и заработал. Вот и заработал. Друзья, вот одна команда сказала замечательную вещь, что иногда пожелание успеха – это тоже поддержка. Прям вот здорово прозвучало. Честно, было много команд, которым хотелось просто пожелать успеха. Но были шедевры. И, наверное, это классно, наверное, это в любой творческой деятельности. Иногда, знаешь, сделаешь какую-нибудь свою выставку в облаках, заходишь, думаешь, блин, что-то пора в отставку. Валериан. Да-да-да, я уже там, все нормально. На самом деле хочу, друзья, поблагодарить. Это в любом случае положительные эмоции. Творчество, оно не может же быть постоянно там ровно и классно, хорошо. Были шедевры. Вот огромное спасибо ребятам, и Кошмар Маслякова, ну и Агнешка, конечно, сначала. Не знаю, здесь они или нет, прям, любовь. Лейла жгли, прям вот восторг. Может, юмор по-соседский. Ну и наши там сами такие, это прям ой-ой-ой. Восхищался. И вообще много классного. Спасибо большое за хороший вечер. Успехов вам в следующих этапах, финалах. Я не знаю, там... Что бывает еще в КВН? Первый канал. Различные кубки бывают, да. Давайте... Пусть все будет классно. Спасибо огромное, Валериан Гагин. Идем дальше. Оксана Савченко, 8-кратная паралимпийская чемпионка. Ваш аплодисмент. Ну и по традиции, друзья, поблагодарим команды. Громче, 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 громче. Что хочу сегодня сказать? Третий раз. Девочки, сборная, женская сборная, к вам не относится, а к остальным относится. Женского юмора, Тимур, не существует. Да я уже потому что надоело. Слушай, я скоро плакать буду, когда шутить будут. Все остальные. Ну, начните уже шутить, не на женские эти приколы, а, ну надоело уже, честно. Простите. У меня просто сегодня... Прям... Да нормально все, это все да. Правильно. Спасибо, Набережные Челны, Лейла. Класс. Вообще класс. Ну и спасибо нашим командам Лица Республики. Вы прям держите марку, все классно. Девчонки в синеньком, еще раз спасибо. Вы пока вот... поддерживаете тот уровень женского юмора, который должен быть. И всем спасибо, еще раз поаплодируем им. И слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи городского округа города Уфа Янгурову Роману Олеговичу. Спасибо. Команда, огромное спасибо за прекрасный вечер. Было весело, было смешно, было интересно наблюдать, смотреть за вами. Женская сборная, у вас шикарная песня, вы молодцы. Гости наши, Лейла, красавчики, без комментариев. И учителя, надеюсь, вы просуществуете немножко дольше, чем про один год. Удачи!
Спасибо огромное, Роман Олегович. Вы таким голосом говорите, как будто вот, если вы так мотивируете молодежь, мне страшно становится. Давайте с ораторским искусством что-то делать. Возьмите уроки у Дмитрия Каретко, к примеру. Он отлично танцует бальные танцы. Ну ладно. Капитан команды КВН. КВН. Ну, иногда и такое бывает. Давайте тоже поаплодируем. Хоккейный клуб «Салат Юлаев», капитан Григорий Панин. Вполне возможно, может быть, в недалеком будущем. Ладно. Ребят, первый раз участвую в данном мероприятии. Спасибо вам за классный вечер. Было клево, клевые шутки, за настроение, за смех. Отдельное спасибо пацанам из Лейлы. Вы просто красавчики. Отдельное спасибо. Сборная молодых учителей тоже. Тоже. Лица республики, я так понимаю, это в принципе уже резиденты, тут ничего говорить не нужно. Ну, хочется пожелать вам успехов и такой важный момент. Ставьте цели, добивайтесь, достигайте их. Спасибо, мужики, за вечер. Девчонки. Спасибо вам, Григорий. Ну и медийная личность от слова медиа. Дмитрий Каретко. Подлачивай свет. На самом деле он сначала мне эту шутку рассказал. Смешно, говорит, я говорю, смешно. И вот, скажешь, видишь, скажи, да. Да. Молодец, Тимур. Ты вот Рому отправляешь заниматься со мной дикцией. Ты тоже приходи, кстати. А так ты... Уроки от Дмитрия Каретко. Приходите все. Репетиторство. Лепетиторство, да? Лепетиторство. Я бы хотел сейчас поговорить о буквально паре выступлений. Во-первых, Лейла. Вы знаете, дело в том, что когда я был студентом, у меня была очень симпатичная подруга, ее звали Лейла. И у меня самые теплые воспоминания, и сегодня вы их, как бы, знаете, вот так пробудили, и мне стало хорошо. Очень странные твои фантазии. Может быть, это... Смотреть на двух близнецов и вспоминать Лейлу. Это не фантазии, это то, что со мной происходило, реально. Да, и, может быть, причиной тому инопланетяне, которые занимаются любовью через рукопожатие. Вот у меня сейчас то же самое сейчас, наверное, происходит. В общем, огромное вам спасибо за то, что у нас очень много друзей в Татарстане, КВНщиков. Да, мы с ними лет 10 назад играли, до сих пор общаемся. Надеюсь, что с вами будет то же самое. Что касается... Я сам выпускник педагогического университета. Мне очень радостно, что наконец-то в команде БГПУ появились нормальные симпатичные костюмы. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо огромное. Рустам Зарфудинов, телеканал БСТ, директор. Вечер добрый. Здравствуйте. Я тоже почти первый раз, не так часто бываю на КВН, но уже начинаю привыкать. Ну, отвлекается человек. Сейчас, подожди. Можно продолжить, да, Сим? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Вечер действительно удался. Несмотря на то, что сегодня вроде бы праздник, и у меня там планировалась какая-то программа от моей жены, но вот я предпочел вас. Кстати, кто там, у РУСУ собирались сразу же после выступления уезжать, да? Мне по дороге в Кандры возьмете с собой, домой не пустят, потому что... Дрипсет, передавайте Кандрам тоже привет по дороге. А юмор подтяните, юмор подтяните. По поводу набережных Челнов, все хвалят. Я единственное не понял, ребята, вам Уфа-то понравился или нет? Да? Выступление вы это не особо сказали, поэтому я не понял. Вот, а все остальное, знаете, ну, очень интересно. Соглашусь с нашей прославленной спортсменка Оксана Савченко, ну, наверное, да, уже вот надо прекращать эксплуатировать тему женского юмора. И есть такая, меня можете возненавидеть за это, да, может быть, уже пора прекратить эксплуатировать тему юмора на тему местной ментальности. Это, возможно, смешно здесь, ребят, но вы же хотите расти дальше, и вам важно выступать не только в местных лигах, но ездить куда-нибудь там и в Москву, и в Сочи, и куда хотите. Там и тоже не работает, как мне кажется. Вот уважаемый человек, наш башкирский Юлий Гусман, может вам подтвердить, мне кажется, это. Поэтому
Новый год начинается, новый сезон. Алга вперед, без Якшарак Булдарабас. И смотрите БСТ. Кстати, да, по поводу предложения о трудоустройстве. Приемная собака bash-tv.ru. Резюме с фотографией, пожалуйста. И с подробным объяснением причин, почему Дима вас бросил. Спасибо. А Диме-то куда потом? Это если... Куда? Это, что это показал? Это... На всю Уфу пойдешь? Спасибо огромное. Михаил Евгеньевич, вы что-то рано встали. Я вот еще... Штаны. А, показать. Понятно. Депутат Государственного собрания Российской Федерации Михаил Евгеньевич Бугера, который очень часто ездит в Москву. Красавчик из Тиральтамака, пожалуйста, на авансцену. Сегодня, пока я говорю вот эту фразу, ни к чему не обязывающую, пожалуйста, красавчик из Тиральтамака на авансцену. А кто из них красавчик из Тиральтамака просто там? Итак, сегодня день рождения народного артиста Республики Башкортостан, народного артиста Республики Татарстан Айдара Галимова. Не юбилей, но красавчик. Но вот теперь переходим к штанам. Началось все с того, что когда меня представлял Тимур, он сказал: Михаил Евгеньевич, вы в каких, в этих штанах ходите на заседание? Я подумал, жаль, что не в этих. А когда вышел красавчик из Тиральтамака, ну где ты, с обнаженным торсом? А, вот он кто. Он уже переодел. Ты меня разочаровал, уйди обратно. Спрячься за ту девушку, ты плохо выглядишь. У тебя только такая рубашка такого цвета, надо было, чтобы были штаны. Ну что ж, завершаю свое выступление. Сами такие. Пока вы сами такие, я с вами. Пожалуйста. И, конечно же, ребята, вот о чем говорил Рустам, ну, нам нужны федеральные каналы, надо их завоевывать. И поэтому женская сборная, лица республики, ну терпите еще 2-3 года. Ну понимаете, за один раз ничего же не делается. Терпите, терпите. И все получится. Спасибо огромное. Ну и давайте, Дмитрий, наверное, вы озвучите, или кто там хочет это сделать. Давайте две путевки. Временно безработный Дмитрий Каретко озвучит, да. Временно безработный Дмитрий Каретко, но зато с чистой душой. Пойдешь работать на всю Уфу. Давай, вставай, скажи, кто нам все-таки отправится в Москву, кто получает эти путевки, заветные две штуки, и потом объявишь гран-при. Фестиваля. Девчонки из женской сборной едут в Москву. Ну и наши олдскульные КВНщики, лица республики. Ну и все же, кто получает этот замечательный кубок, гран-при? Сегодня без вариантов, это наши татарстанские друзья Лейла, город Набережные Челны. Друзья, всем спасибо огромное, удачи всем. Завтра здесь тоже школьный КВН, 20-го большой КВН в Уфе. Удачи, счастья, любви. Пока. Stay.